Так, ну снимаю продолжение. Первое видео у меня оборвалось. Так, и дальше. Продолжение покупок второго каталога 2018 года. Часть вторая. Что я заказала? Заказала по распродаже в самом каталоге женский шарф Инга. Материал полиэстер стопроцентный. Вот он, шарфик. Вот этот. Размеры замечательные, 202 сантиметра на 98 сантиметров. Получается практически 2 метра на метр. То есть это замечательные размеры. Это как большое парео, только больше, чем парео. Это говорит о том, что он очень будет хорошо лежать на шее. Не свисать, не болтаться, а именно лежать. Пышно, воздушно. Вот, цена его 399 рублей, со скидкой он 340 выходит. Тут максимальная скидка 15% по такой страничке. Вот, и сейчас я вам покажу. Сделан в Китае. Вот, значит, в таком пакетике пришел. И вот такая расцветочка. С одной стороны она темная. Мне мама говорит, зачем заказываешь такую темноту, будь тебя старить, прибавляйте возраста. А я вам скажу, что нет. Смотрится он замечательно, он украшает внешность. Ткань у него такая просвечивается, посмотрите. Прям такая тоненькая. Все видно. Но это как бы не умаляет его качеств именно хороших. Очень нежная ткань, очень приятный полиэстер. Затяжек, вот сколько я в руках его кручу, еще пока никаких не поставила. Вот. Краешек выглядит вот так. И прошит строчкой машинной. Тут края тоже прошиты, в принципе, нормально. Мне претензий особо никаких нет. Единственное, у меня претензия есть, это вот к этой штуке, которая здесь нашита. Я не знаю, что с ней делать. Может быть, ее отпороть. Как с этим ходить. Ручная стирка рекомендуется. И глажка. О, слишком уже большая эта штукенция. Платки я очень люблю. У меня небольшая коллекция уже собралась. Люблю павлопосадские платки. А это мне прям что-то павлопосадское что-то напоминает. Рисунок здесь такие вот какие-то индийские огурцы. Или китайский, как правильно. Вот такая красивая расцветочка. Она, как бы, я уже говорила, очень украшает лицо. Не омрачает внешность. Лицо выглядит свеженьким, нарядным. То есть, он украшает облик женщины или девушки. Считаю, подходит под любой возраст. То есть, я не считаю возрастным такую вещь. Эту вещь возрастной. Прекрасно подойдет шатенкам, брюнеткам, может быть, блондинкам. Но смотрится на шее он благородно, воздушно, очень хорошо лежит, прямо опоясывает очень хорошо. Легкий, нежный. И расцветка, не выходящая из моды, по-моему, никогда. Можно и для пенсии потом его будет носить. Так что рекомендую, классная вещь, хорошая, достойная. Хоть и тоненькая. Вот такой вот красивый рисунок. Покупайте. Я думаю, вы тоже не пожалеете. Размер отличный. Вот это самый идеальный размер шарфика, который может быть. У меня цвет волос такой светло-каштановый. И очень красиво смотрится сочетание. Он прям так освежает лицо. Какой-то вот, не знаю, ну, облик очень хорошо с ним смотрится. Далее, что я заказала, это вот такие брючки. В этом каталоге у нас хорошая акция идет. Вот такие брюки. Называются они с поясом на резинке. Черные, синего цвета. Сейчас у них цена вот такая. 999 рублей по цене, они выходят со скидкой. Максимальная скидка здесь для всех это 15%, то есть это 849 рублей. Вот, и что я хочу сказать. Сейчас в данный момент брюк у меня этих нет, так как они, я их оставила на продажу.
Девчата попросили померить, и мне пришлось их отдать, чтобы они померили, посмотрели, подойдет, не подойдет. Поэтому в наличии у меня их сейчас нет, но я хочу пару слов о них сказать. Это хорошие брючки. Мне они очень понравились. Я уже заказала поменьше размер. Сразу говорю, не сильно большими мерят. Я много отзывов искала на ютубе, в отзывиках. Ничего найти не смогла путного. В итоге пришлось мне брать наобум, брать размер, который здесь указан. Это 52-54, который мне подходит. По табличке у меня бедра 114 сантиметров. 120 для меня, конечно, много. Но так как я где-то слышала, что эта ткань черная не тянется, что она плотная очень, и то, что она, ну, трудно садится на человека, я испугалась и не стала брать на размер меньше, как я брала джинсы на размер меньше, и была довольна совпадением размера. Вот. Здесь, получается, надо сделать то же самое. Если будете заказывать такие брюки, берите на размер меньше, я думаю, попадете в точку. Вот и я заказала второй раз уже размером меньше. Как получу, обязательно сниму видео, вам покажу. Так, что хочу сказать о ткани. Длина прекрасна, на 1,64 м подходит. Может быть, даже чуть и выше. Но они совершенно не короткие, как показано в каталоге. На других картинках, на других каталогах они прям какие-то подстреленные. На самом деле длина замечательная на 164 вот, высоту. Вот кармашки там есть. Впереди штанишек там кармашки липовые, резинка. Ткань очень хорошо тянется. Они не чисто черного цвета, не угольно-черного, а они с такой подпаленной, с серым таким оттенком и какими-то легкими потертостями. То есть черный с подпаленной. Ткань, они похожи на джинсовую такую, но плотненькая достаточно, тонкая, но плотная. То есть осень, зима, весна, это как бы прекрасно они подойдут именно в это время года. Так что, девчата, берите, не бойтесь, швы хорошие, ткань хорошая, плотненькая, осень-весна, на Кубани зимой можно ходить в них прекрасно. Я думаю, они очень комфортные, цена прекрасная. Так что берите, не бойтесь, только на размеры меньше, сразу вам говорю, тянутся они замечательно. Вот. В следующий раз обязательно видео постараюсь ставить, вам получу брюки, обязательно покажу. Вот. Ну и также вот хожу с колечком, который в прошлый раз заказывала. Очень мне нравится. Он такой классный. Также ношу сережечки в данный момент. Уши от них не болят. Хожу уже дня 4 или 5 не снимая. Ничего не болит. Пока ткань, ой, ткань, металл цвет не поменял. Претензий нет. Смотрится красиво. Хорошо. На ушках смотрится все прекрасненько. Так что тоже рекомендую. Кстати, там они опять же будут со в распродажках, этот наборчик. Набор — это кольцо и серьги. Сережки смотрятся хорошо, мне очень нравятся. Уши не болят, не чешутся, хотя у меня аллергия на разные металлы, кроме серебра и золота. Пока довольна. Вот так смотрится, очень красиво блестит камешек, держится хорошо, претензий никаких нет. Ну и все, прощаюсь с вами, до свидания, до новых встреч в новых видео. Всем пока!